Доброе утро! Подруха буду смотреть. Так, день какой у нас сегодня? День третий без приезда. День третий без приезда. Лица те же. Но у нас добавился один племенник. Дружка ночевала здесь. Шашлыки! Печка дотапливается. У нас в гостях Андрюха. Ну это уже многие сняли. Сейчас пойдем заправлять технику. Всем привет! Жив-здоров! Уже три раза сходил, помолился. Связи нет! За граница нам поможет. Но погода распогаживается. Лепота. Горючее кончается. Лейте водку в бак, иначе не уйдем. Ну туда вот, внутрь. Он плюхается, видишь? Она что у тебя? На водке работает. Она у меня работает на всем, что горит. Лейте. А мы ничего не делаем. Ты его опусти, а он говорит, плюхается. Проглот наш. Не-не, умеренный аппетит. Я вас попрошу птичку нашу не обижать. Вам не так, что вы уже налили? Я поеду с вами. Возьмем, втроем веселее. Она сухая. Да она сухая. Мотать асфальт в рулоны! Пошла, родимая! Ну как? Годится. Пора освободить твой разум. Но я могу лишь указать дверь. Ты сам должен выйти на волю. Я ему 1000 раз говорил, что в центр надо лететь. А он жадный, как все чатлане. На 2 чатла дешевле. Чу! Партия, дай порулить. Да на, конечно, просто я... Да отпускай. Просто подержи машинку. Да не бойся, она не покатится. Только никак, Наденька, блядь. Всем поставь. Гадюшник с колесиками сюда. Ку. Значит, такое предложение. Сейчас мы нажимаем на контакты и перемещаемся к вам. Но если эта машинка не сработает, тогда уж вы с нами переместитесь, куда мы вас переместим. Нет, нельзя. Надо знать. Да можно. Тормози! 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 Как я могу затормозить, когда ты всю тормозную жидкость выпил, алкаш? Конечно. Я тут тормоз держит. Я накатился и дальше передачу выжал, ну, сцепление. И откатывался, тормозами держал. Передача? А? Передача сейчас? Сейчас нет. Не, ну чтобы не скатился он нахуй. Какая-то включена, не бойся. Губит людей не пиво, губит людей вода. Да. На речке, на речке, на тумбе лежучки, ку, морозенька белый. Я рыбу приехал ловить, понимаешь? Большую такую, большую рыбу, понимаешь? Я могу вас утешить. Дело в том, что таких людей, как я, в мире очень немного. Может быть, даже я такой один. А, с бензопилой сюда приехать.
Как же вы без гравица по пепелац выкатываете с гаража? Это непорядок. Если ты подумаешь, что это хреновина не транклюкатор, это будет последняя мысль в твоей чутланской башке. Кратчайшим путем в цех! Марш! В баню. Напилили гнилой. Смерти. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! У кого свой отвалит? Давай. Молодец. О, как ловко. Как? Ты просто ставь. Ух ты! Покусилась! Это, осин, это осиновый кол. Потому что совместный труд для моей пользы он объединяет. Александрович, голубчик, объясните, что сегодня произошло и что мы решили тогда? Сегодня... Поскольку сегодня... Не-не-не-не-не! Это же он протокол! Под протокол! Да. В присутствии моих адвокатов я заявляю, что сегодня... Андрей Викторович! Виталий Михайлович, Андрей Владимирович, Зульфия Анваровне сегодня день рождения. И все, Зуля, и все днем искренне. Рождения днем тебе. Днем рождения, мы отмечаем днем рождения. Целый день. Целый день. И все иски в город Сергей. Поздравляю с днем рождения, желаю счастья в личной жизни. Здорово. Желаю здравствовать. Желаю удачи. Желаю успеха. Все четверо будут сейчас здесь. Ну как ты думаешь? Офигительно. Ну говорите тогда о чем-нибудь. Короче, если Саша будет потом искать... Ты нас обманываешь, мы четвером в этой маленькой коробочке поместиться не можем. Если Александр будет потом искать этот день... Дед, был же день! Где день рыбалки? Куда пропал день рыбалки? День сурка это называется. 7 сентября? Да. День Зули, не день сурка. Да, он повторяется. Мы отмечаем. Сейчас будем жарить грибы. Жарить картошку с грибами тогда, ну и так далее. Настоящий день рождения. Да, мы тебя любим. Нет. Каждый по-своему. Кого просто придет. Здравствуйте. Вы наши туристы. Отстали от группы. Подбросьте нас до города, а там мы как-нибудь уже сами. Трогай. Что там по траве идти, что здесь по траве идти. Доски гнилые, сырые. Фу. Ну, Надочка, не потеряла меня? Да, тут связи не было, вот сейчас вот выехали на горку специально. Поехали, позвони, сейчас все залезут на этот, на эти штакетники. Нигде связи не было. Такие дела. Мишка, Мишка тащится, чихает там сидит, в телефоне тыкает. А, нет, чихал Виталик. На каракате. Все, все нормально, никаких приключений, ничего не ломается, все хорошо. Так что, сильно не переживай. Дяночка, привет. Хариус один был, мы его съели. Ну,
Да, да, посолили и съели. Да. Зульке сегодня день рождения, мы немножко как бы типа отметили. Сейчас он звонит, он Андрюха пытается поздравить. Трубку не берет, именинница, прикинь. Ну, ладушки, давай там это самое. Маме привет своей передавай. Все хорошо будет. Ну что, иди ему грузать. Пишешь смс-ку. С днем рождения, дорогая. Попытался позвонить. Трубку не берешь. Плохая. Здесь у нас. Доча, привет. Слушай, маме звоню, пытаюсь ее поздравить с днем рождения, и никогда не берет трубку. Вообще. Ага. Поэтому мало ли что, потом ей позвоню, скажу, что я пытал. Потом идут потом вместе, скажем так, телефон. Потом не будет. Как у вас дела? Да, вот ягод нет, вот сколько ездим по лесу, ягод нет. Ты врешь опять. Саш. Не-не-не. Я сниму это дело на камеру. Тут есть ягоды, а там нету ягод. Ну вот там в одной ягодке на кусту висит, я что, из этого буду бегать по лесу? Не бегай по лесу. Пусть лучше Третьяков мне щуки наловит, и я буду доволен. Ой. Да щуки наловили уже. Мама спрашивала, вы когда планируете, Виталий? Еще сами не знаем. Неделю! Неделю! Не меньше! Вот там, там вот немцы по-немецки говорят, тут все зависит от нас. А ты сам отрезываешь? Я за рулем, я не пью. Не пьешь? Я за рулем. Он наказан. Он нюхает, все нюхает. Я же хожу по лесу, как я могу пить? Я не пью, я за рулем. Сегодня мы не ездим по лесу. А где мы сегодня? Мы на горе. Где мы? А мы что, пешком на гору пришли? Где да, мы? Он нас привез на эту, на переговорный пункт. Кто вас на телеграф привез? А где у вас там переговорный пункт? А мы сняли, сфотографировали. Отсюда даже Марс видно. 500 метров от дома. Мишка, ты что, там связь ловишь или нас снимаешь? Мишка в шляпе, ты бы видела. Да. А когда нам тут было грустно? Да, сейчас он поднимется и все скажет тебе. Мы дров накололи, воды наносили. Баню каждый день принимаем. По крайней мере, я вот с Мишаней каждый день баню принимаю. Простите, я опоздал. А что случилось? Ничего, я просто не хотел приходить. Я не ревную, ты не то, о чем мы подумали. Мы чисто в познавательных целях. Мы им все в узел завязываем перед тем, как. Какое-то пошло это недоразумение, я выключаю камеру. Ну не пил я, хотя повод есть. Прокати нас, Мишаня, а на тракторе. В таком виде я не могу. Я должен принять ванну, выпить чашечку кофе. Отпускай сцепление-то. Имей сцепление. Ну, ёпара, сорте. Не надо себе выжимать. Вот, блядь. Глуши. Всё, глуши. Вон ещё один проводочек. Намаз. Давай, глуши. Миш. Выжми сцепление. Почему? Выжми сцепление сейчас. Сцепление выжми. Ну, гравицапа – это то, без чего пепелац может только так летать. А с гравицапой в любую точку Вселенной за 5 секунд. На нейтрале? Вообще-то я не специалист по этим гравицапам. Выжми сцепление, и будет оно на нейтрале. Подожди, подожди. Да, если оно вот так вот ходит, оно на нейтрале. Просто сцепление отпускаем, все. Слушай, дядя, жми на время. Меня на планету, где не знают, кто перед кем должен приседать, чушь.
Березка была. Да, его тоже. Я, кстати, не первый, кто эту березу пытается въехать. Вот все живы-здоровы доехали, зевает, уже на боковую хочет. Да, мы дома, сейчас будут, говорят, ковать дрова. Работники ножа и топора, романтики с большой дороги. Дело кончилось. Лёхе, привет. Лёшка, да, спасибо тебе за трудоустройство, блин. Да. Потихоньку все развлекаются. Да. Кто может? Кого позволяет здоровье? Голову. Ладно, пойдем пилюльку. И они пошли по пилюльку. Эксплуатация мишки продолжалась третий день. По обоюдному согласию. Да, добровольно. Никто в плен не брал. Не-не-не, сам из места вышел. На трех самолетах летел, лишь бы сюда попасть. Вот там сидит летчик. Даже был готов спрыгнуть с парашюта. Тут его скинули рядом с кем-то. Это подходящая компания. А подходящая компания — это такая компания, где нас могут чем-нибудь угостить. Не завидуйте. И того, и другого, и можно без хлеба. Это охота! Очень охота. А в тюрьме сейчас ужин. Макароны. Маловато. Столочка. Ой. Тебя снимают. Да-да. Все. Отпустите меня. Свет. Посвященный скажем. Русо-туриста. Облика морали. Е-е! Пока жарится картошка. Пока готовится закусь. Я вышел на улицу. Вот. Только что был дождь. Зачем он был, не знаю. Но он был. Удивляться не приходится. Россия вас не забудет. Не знаю, как вы, но я чувствую себя шикарно. Настоящий день рождения. И 3 корочки хлеба.
Вася, честное слово, мне здесь очень нравится. Очень. Дом так устроен славно, с любовью. Так взял бы и отнял бы. Честное слово. Мы немного отдохнем и врагов рубить пойдем. Что они там, заснули, что ли?